Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в метро 2033 Редукс. И, в принципе, давайте же продолжим сразу же. Здрасте, здрасте. Извини, Артём, тут пока закрыто. Только дозорные могут пройти. Прекрасно. Где ты вообще эту запись нашел? Так, ладно, проходим сюда. Громкость какая? Пускай будет, мне кажется. Нормальная такая громкость. Ну, например... Это чё? Голуби нагадили, что-то такое кажется. И чё, это грибы? Такие нафиг грибы. Чтобы открыть или спрятать планшет. О, вот это я призабыл, если честно. Нам, походу, вот сюда наверх, да? Это типа компас, типа освещение, да, и типа журнал подсказок. Так, нам, походу, в оружейную. Из хорошего автомата считай... А, нет. А, нет, в оружейную. Привет, Артём. Здрасте, здрасте. Так что у вас, Артём? Тебе оружие нужно? Да-да-да. Давай-ка посмотрим. Автомат калибра 5.45. Сделано на Кузнецком мосту. Стреляет криво, перегревается в 2 секунды. Поэтому называется... Спасибо за такой автомат. Стреляй короткими очередями и патронов не забудь набрать. Ну понятно. Универсальная зарядка для фонаря. Батареи заряжать. Ага. Ну и противогаз. Надевай везде, где высокая радиация. Или на поверхности, если тебя туда, ну, не дай бог, занесет. Ну, понятно. Армейские аптечки на всякий пожарный. Куча нам всего дает. Так, теперь все окей. Хочешь опробовать свой арсенал? Прошу в мой тир. Ну и просто постарайся первое время особо не высовываться. Окей? Окей, нафиг хоккей. Ну, я понимаю, что он хочет сказать окей, да, но все же. Так, у нас что, пистолет забрали? Нет, пистолет у нас есть. А мне патроны дадут или я сейчас вот это все? А, нет, тут патроны бесконечны. Так. Сейчас мы... Ну, револьвер такой нормальный, а вот это я не знаю. Ух ты, тут отдача просто нереально. Аж откидывает так назад. Нет, этот все-таки не очень такой нормальный. Смотрите, какое просто, когда стреляешь, тут реально нужно стрелять просто нереально короткими очередями, даже по одному патрону, может по два. И зажимать не нужно, потому что когда зажимаешь, вообще нереально куда. Но автомат такой себе. Ну чё, давайте пойдемте отсюда, куда нам? Сюда? Ты думаешь, мы доживем до того дня, когда снова сможем жить? Я вот никогда вас не знаю. Привет, Тём. Поросенка, все, готово. Вот и станция. Сюда! Честь имею. Ну что, готов выдвигаться? Ага, ну отойди, чувак. А. Готов? Тогда двинули. Точно свихнулся и повесился. Представь, твое изобретение — главное орудие убийства на планете. Ну давай, чувак. По местам. Ты, Артём, садись сюда. Поедем куда-то. Никто ничего не забыл. Хотя я уже и забыл, как называется. Эй, ребята, вы на Рижскую едете? Куда мы едем? Типа того. Не подбросите? Не вопрос, но зайцем не поедешь. Придется поднапрячься чуток. Всегда готов. Ну давай, садись. Тогда двинули. И поехали мы, поехали куда-то. Ну все. Удачи всем, кто остается дома. А нам с вами, парни, удачи вдвойне. Ну, мужики, поехали. Пожелайте нам удачи. Ну как? Ну давайте. Готовы немного прошвырнуть? Сейчас за нами, наверное, погонится нереально там. Вот это. Ни тела нету, нифига. Смотришь так, да? Вот это немного... Еще круче. Когда вот так смотришь, ни тела нету, да, даже головы нету, да, просто так смотришь и все. Так как я покинул родную станцию в первый раз с далекого детства, мне было неловко.
что я не знал отчиму, что я не сказал отчиму всей правды. Я не собирался возвращаться домой с Рижской, но я не мог подвести Хантер. Ну давайте, поехали. Сейчас так тут... откуда ты? С Рижской. Я тут челночу помаленьку, туда-сюда, покупаю товар. Метро, наверное, повидал, а? Давай, давай, двигай. Ну да. Ближайший базар на следующей станции Зарийской. Там уже большое метро начинается. Я раньше частенько в поле съездил, но теперь туда так просто не попадешь. Нужно или везение, или паспорт гражданина Ганзы. А что так? Ну, Ганза ведь все метро соединяет своим кольцом. И станций у нее куча, но чужаков там не любят. А если через Ганзу ты не можешь пройти, потому что гражданством не вышел, тогда тебе дорога лежит через красных фашистов или через простых бандитов. А эти ребята в последнее время совсем озверели. Если никого рядом нет, друг другу глотки режут. Что случилось, Петь? В Алексеевской застрял военный караван. Какое-то обрушение туннеля или что-то в этом роде. Так что вам придется ехать по служебному туннелю в обход Алексеевской. Вот дерьмо. Ненавижу этот тоннель. Да, не очень он так выглядит. Ладно, Петр, открывай ворота. Не торчать же здесь пожизненно. А что у него такого в этом туннеле? Ну, это вроде как обычный тоннель с виду. Темноватый только. Я в прошлом месяце шел им. И не понравилось мне. Совсем. Понятно. Ну давайте. Туннельчик какой-то. Осторожней там. Ничего, мы на дрезине, вооружены. Уже не очень нравится, если честно. Ага, ну и сразу вынял оружие, да? То есть все будет хорошо и сразу вынял оружие. Понятно, понятно. Так, патронов проклятие, вообще нет. Голова просто раскалывается. Ну, в принципе, да. Нам... О, там уже... Если поможете качать, доберемся быстрее. Женя, помоги ему. Нам этот тоннель поскорее бы проскочить. Артем, прикрывай тыл. Ага. Есть. Домчим нас до Рижской в 3 секунды. Нам убираться отсюда надо. Давайте побыстрее, а? Мне тут страшно с ними. Страшно? И жалко их очень. С кем это? С ними. Ты что, не слышишь, как они плачут? Ты про кого говоришь? Какие они? Да что тут творится такое? Это а, что еще там сзади? Что это со мной? Что? Что со мной? Аномалия. Артем! Сюда! Если мы хотим выжить, мы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой. Черные. Ну что ты хочешь? Давай побыстрее. Сон какой-то. Все отрубились, да? Ребята, лучше бы вы просыпались сразу же. Там еще пока никого нет. Что происходит, да? Или там уже кто-то бежит? Черт! Вставайте! Я уже там кого-то вижу. Борис! Борис! Офигеть! Ай, бесполезно! Просыпайся! Как-то патроны не очень хочется тратить, тут патронов и так слишком много нету. Будем по одному стрелять.
Давай, 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 давай. Давай. Возьми мой дробовик. Во, уже получше. Во. Нормально. Охренеть, сколько их там. Давай, 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 гони уже. Побыстрее, побыстрее. А тот где? Я что-то не видел. Или его выкинули, или... Ух ты, ух ты. Артём! Патроны береги! Я и так берегу. На помощь! Ох, это ж... Или что это было? А вот тот спит себе, как ни в чем не бывало. Давайте, давайте, чуваки. Мы почти у блокпоста. Давай. Ай. Это так запланировано, да? По идее, да. Что меня скинули. Сейчас нам одному нужно будет, ребята, пробираться. Это не очень хорошо. Нам туда, да? О нет, главное, что... Ах, да вы что, дебилы? Вы меня так... А, нам нужно сюда бежать, к посту. Он жив! Иди сюда! Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Отлично. А я уже думал, он одни будет. Сейчас мы его строим. Ай, случайно. Все? Горячая ночка, а? Пропустить по стаканчику не помешает, я думаю. Ага. Капут. На моем пути Рижская была только первой остановкой. Но дальше я должен был идти один. Перед тем, как расстаться, мы были за то, что остались в живых. Говорят, водка делает храбрее, но мне было все так же страшно. Зато я нашел нового попутчика. Поначалу он мне очень не понравился. А сейчас нам одни будем идти. Ну, давай, хлебнем вместе. Ладно, мужики, давайте выпьем за нашего Артема, которому ни чудище, ни аномалии ни почем. За Артема! Давайте, давайте. За кого напиться? За тебя только. Черт, если бы не ты, пацан, от нас бы мокрого пятна не осталось. Тебе впору медаль дать. Медали нет, но есть патроны. Патрончики нужны, давай. Твое здоровье. Ну давай сюда. Давай, Тёмка, за тебя. Ну чё, пошли? Блин, ты чё, правда непробиваемый для аномалий? Посмотрим, непробиваемый ли он для водяр. О, какая? Точно, надо проверить. За удачу и за Артёма. За тебя. Ну давай. Чё-то пьёт, ничего не пустеет там в стакане. Спиртяжка, что надо. Ух. Так что там с вами произошло? Тоннели до проспекта Мира закрыты. Значит, на базар мне не попасть. Ну чё? Куда нам патрончики? Отлично, 75 патронов, нормально. Вы, грубые солдафоны, как смеете вы препятствовать мне? Я имею полное право свободно передвигаться в метро. И пусть я погибну, зато я сам сделал это. Куда нам? Что ты сейчас сказал? Сюда, да? О, здрасте. Ты Артём? Ага. Тебя тут ищет один человек. Вот там, в проулке. Если дашь мне пульку, я тебя к нему отведу. Ну ладно, на. Спасибо. Пошли со мной. Пошли. Чё ему пульку не дать? Пулька. Это же как и валюта. И, в принципе, патроны тут действительно нужно экономить, так как всегда в такой момент кончится. И что потом делать без патронов?
Не нужно всегда там расстреливать, проверять, есть ли там кто-то. Нужно стрелять только тогда, когда ты уверен, что там кто-то есть. И получше все-таки стрелять сразу же в голову, а не... Эй, чего отдаешь? А куда ты побежал? Слышь, малый, ты куда? Я что-то как... А, ты сюда, я что-то как-то пропустил. Догоняй! Ну давай, давай. Нужно стрелять повыше так головы, а не по ногам, по рукам. Это ты? Подойди-ка. Вон он сидит. Ты Артём, да? Ну ладно, мне пора. Садись. Пока. Меня тут все Бурбоном зовут, и ты можешь звать. Слушай, пацанчик, у меня дельце есть на Сухаревской, а эта грёбаная станция закрыта. Но меня так просто не закрыть, много кто пытался. Короче, тут есть один проход. Местные боятся его использовать, называют проклятым. Но я слышал, что вся эта муть в туннелях на тебя не действует, да? Ну, значит, тебе и проклятый ход нипочем. Короче, помоги мне добраться до Сухаревской, а я тебе калаш за это. Калаш — это дело. Договорились? Ну и ладушки. Давай, давай. А это тебе аванс. На дорожку отовариться. О, пулечки. Ну, да нечего сидеть в этом навозе. Вшей кормить можно и в более гламурных местах. Ты чувак прям. Ну да, дай мне пулики. Вот. 15. Ну, ладно. Потопали. Если бы ты еще немного побыстрее был, было бы вообще замечательно. А то ты так топаешь на расслабоне. Ну давай, давай. О, патрончик зажигалочка. Это вообще офигенно. Подпалить ничего нельзя. Сейчас мы ему задницу подпалим. Иди сюда, зараза. Владимирский централ, ветер северный. Все поют так еще тут. Зла немерено. На-на-на-на-на. Да-да-да-да. А тут что-то есть? О, это что? О, да тут еще и так патроны нужно, можно заходить. Хотя я не помню. Я же проходил эту игру, но я не помню, что. Или помню. Еще два патрона. Фига себе. Ну давай потопали по твоему туннельчику. Заброшенные туннели. Самая лесная характеристика, которую можно было дать Бурбону, подозрительный тип. Идти с ней вместе в заброшенном туннеле глупо, говорил я себе. Но что мне оставалось, другого пути слишком не было. Ну понятно, понятно. Отлично, вырвались. Ну теперь гляди в оба, пацанчик. Это тебе не на дрезине кататься. В этом туннеле куча серьезных мужиков полегла. Если будем друг друга прикрывать, все придем. Ну давайте еще куда-то побежим там. О, так сразу уже там. Что за... А, это просто кикимора. Они на отряды не нападают никогда. Но вот если ты один идешь, остерегайся. Ну понятно. А в этих можно что-то найти? Ни хрена себе, черепушка. Патрончики. Оу. О, 3-4 патрона, офигеть. Там еще что-то было. О, это дело, если вот так патроны можно находить. Я не помню, находил ли я их так, когда в прошлый раз проходил. Вроде, да, в принципе, должен был находить. Странный звук. От земли, что ли, идет? Или это ветер? Слышишь, слыхал истории про поющие трубы? Говорят, если приложить ухо к трубам и прислушиваться, можно чисто услышать голоса мертвецов. Чувак, постой. Херня, правда. Тут ничего нету. Чё-то я... О, там тень какая-то. Иди ты в попу, боюсь я один ходить там. Боюсь я один ходить там, не-не-не. Хотя, в принципе, тут пол игре потом нужно будет самому ходить, но это не очень. Так, тут нифига нету. Грибы какие-то. Нам нельзя их покушать. Какие-то... Или фиг это чё? Чё это такое? Так, ты где? О, патрончики. Для револьвера, да? Вот дерьмо. Это ж челноки из каравана. Все шмуры. Узнаю почерк Третьяковских, а Ганза все грозится с ними покончить.
Так, так больше нифига нету. А это шухер у них такой. Ну, типа, это что такое? Ключ какой-то. Простая, как сатиновые трусы. Ну, работает. Смотри, не задень банки. Оу. Точно. Точно. А я иду такой на пролом. Да под ноги смотри. Тебя любой шум выдаст. Ножичек. Опачки. А это у нас растяжечка. Ха-ха, железная маза избавится от слепых. Какая разница? На, ну фиг его знает. Оу, лучше я сам пойду. Оу, что это было? Там чувак какие. А, бандиты. Я что-то напугался так. Действительно, лучше патроны не тратить, а вот так убивать. Так, не будем тратить патроны. Вот так, по одному, по одному. И так еще и патронов сам нахватаешься, когда будешь убивать их. О, там еще чувак. Это что? А, это тот ключ, который я нашел. Да, тут можно открыть. Ну, нифига себе. Ну давай. Воу, чувак, дай мне посмотреть. О, как ему в голову. А ты тут что сидишь? Ладно, будем по пару патронов, а то так тоже. Так, собираем. Да тут что, нифига нету? А куда нам сейчас идти? А, вот ты где, чувак. Фу. Мост чисто стрёмное место, пацанчик. Вот тепла. Я тебя крою, а ты гляди за мной. Будем идти вместе, справимся. Ну понятно. И не выделывайся там. Мне ещё жить охота. В принципе, ребята, я так думаю, давайте на этом закончим эту серию, да, если вам нравится прохождение, если вы хотите больше прохождения, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, всем за просмотр, всем удачи и всем пока.